Зачем вы здесь? Сражаться! Побеждать! Быть спартанцем! Кто такие спартанцы? Спартанец – это символ. Символ надежды там, где ее нет. Во времена тьмы мы – надежда. И вместе… Вместе нас не остановить! Кандидаты, вы готовы? Так точно, мэм. Я вас не слышу. Так точно, мэм. Еще раз. Так точно, мэм. Хорошо. Кто первый? I'd like to show you a painting. A painting? Of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Indeed, she does look like you. Since the death of Mom, and the girl in the picture has given me a reason to go on. Like some kind of column, something to hang my hopes on. It was one summer evening that the whole story of your painting began. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. You were my last hope. Like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. It's like this painting has chosen me, but maybe I'm just kidding myself. There will always be a train for you. In any case, I promised Katyusha I would find her. And we'll find out who she is, or was. Rated T for Teen.
описывает компания Микроидс. 50-й год до нашей эры. Римляне полностью оккупировали Галлию. Ну, не совсем полностью. Одна маленькая гальская деревушка все еще сопротивляется силам вторжения. И жизнь непроста у римских легионеров, которые заняли укрепленные лагеря Тоторум, Аквариум, Лоуденом и Компендиум. Наша история начинается в лесу, недалеко от маленькой деревни, которую мы так хорошо знаем. Давай в этот прекрасный день поохотимся на кабанов, Обеликс. О, да. Хорошие кабанчики. Догматикс тоже не прочь прогуляться. Да, Догматикс? Клянусь Тутатисом, они вернулись. Отправляемся в приключения. И готовы надавать всем люлей. Мы повеселимся. Очистим здесь все. В одиночку или с другом. Я еще и не так могу. Вперед! Идем дальше. Поберегись. Астерикс и Обеликс отвешивают всем леща. Скоро надо.